Субсидия предоставляется по определенным направлениям. Это добыча и переработка полезных ископаемых, энергетика, транспорт, строительство дорог, строительство, здравоохранение, культура, образование, средства массовой информации. Если у студента успеваемость без четверок, он может претендовать на получение субсидии в размере 99% стоимости обучения, но не более 90 тысяч рублей. Если студент учится на 4,5, он может получить субсидию в размере 80% стоимости обучения, но не более 70 тысяч рублей. Если у студента 1-3, то он может получить субсидию 50% стоимости, но не более 55 тысяч рублей.